Добрый день, шалом. Мы продолжаем изучение букв иврита. Сегодня мы говорим о девятой букве ивритского алфавита. Это буква ТЭТ, которая передает звук Т. Рассмотрим слова. Хут – нить, нитка, провод. Тов – хороший или хорошо. Если мы к слову ТОВ прибавим букву ГЭЙ, окончание, мы получим слово ТОВА. ТОВА переведется как ХОРОШАЯ. Без буквы ГЭЙ в конце ТОВ, с буквой ГЭЙ в конце ТОВА, ХОРОШАЯ. Прочитаем предложение. ХАДАГ ТОВ – это рыба хороша, это рыба хорошая. Обратите внимание, слово «даг» в иврите мужского рода. Поэтому мы здесь говорим «даг тов» или «адаг тов» – это рыба хорошая. Дословно получается «хороший», потому что слово «даг» в иврите мужского рода. Я напоминаю вам, что вы учите иврит по самоучителю, расположенному на сайте ahas.org. При необходимости вы можете найти этот самоучитель либо по поиску на сайте, либо в разделе «Популярные материалы». Я вам буду рад, мы вам будем рады. Продолжайте учить иврит по моему самоучителю. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на наш канал. До свидания.